Просто коротко напомню, что у нас, может быть, просто для тех, кто первый раз смотрит этот, ну, про Дейзи вебинар в записи или сейчас первый раз зашел, у нас был старт 10 января, он был чисто техническим. Почему? Потому что после старта Дейзи быстро поняли, что смарт-контракт, который был тогда разработан, не работает. И пришлось закрыться на целых 2,5 месяца и открываться снова 30 марта, уже с 11 смарт-контрактами, а не с одним. И теперь технически все работает, все окей. И настало время вот немножко оглянуться, понять, что произошло, ну и, собственно говоря, переоценить какую-то ситуацию и пойти вперед так, как это и должно быть. То есть концептуально. С той подачей, с тем размахом, на который Дейзи способен. Пока что мы этого еще не видели. Вот это сейчас будет рождено. Теперь, что двигало нами, когда мы стартовали вместе с Дейзи в технический старт и стартовали в тестовый старт и в технический старт? Первое. Все стремились за переливами. Потому что понятное дело, что когда долго ожидают старта, то накапливается большое количество людей, которые готовы стартовать. И вот этот эффект выстрела, да, то есть никогда постепенно все заходят, подписываются, а когда накопились эти люди, и вот они все в один день зашли. И понятно, что это создает некий эффект огромных денег, эффект огромного вала людей и огромных переливов. Вот. Этот эффект прошел. Причем он был дважды в нашей истории, кто-то им воспользовался, подготавливая команды до старта. Кто-то не воспользовался, произнося для себя, вот стартанут, и я посмотрю, вступать или нет. Дальше, бонусы пейсеттеров. Еще один был драйвер, закрывать пейсеттеров, потому что вот на старте, я вот сейчас, кстати, посчитал, на первом старте пейсеттера, на тестовом, заработали за 4 дня работы что-то порядка $5000, если не больше, потому что я тогда пейсеттер закрыл только на третий день, поэтому по своей статистике не могу судить. А вот на второй старт у меня уже есть своя статистика. Я же зашел на второй старт пейсеттером, ну, вернее, на технический старт, да, его сложно назвать, тарм. Вот. И я вам скажу, что я заработал порядка $7000 на чисто как пейсеттер. Эффект, вот опять же, накопленного ожидания и старта, он прошел, и сейчас бонус пейсеттера составляет порядка $30 в день или $1000 в месяц. Это дно. То есть ниже бонус пейсеттера опуститься ну, никак не может, потому что выдох, был большой вдох такой, все сейчас выдохнули после старта. И теперь только вот у нас начинается концептуальный старт, и мы начнем опять вдыхать, уже чтобы дышать размеренно, как и положено, по синусоиде, которая не сильно отклоняется ни от потолка до пола, а где-то посередине. То есть больше, меньше у нас будет приток людей, но он будет где-то в среднем, на средней скорости. Да? Вот. И бонус пейсеттеров, я ожидал, что он будет где-то в районе $500 в день. Мои ожидания оказались тоже завышенными. Я думаю, что в нормальном режиме бонус пейсеттера будет от $200 до $300 в день. Ну, что, в общем, тоже неплохо, потому что, извините, но это от 6 до $9000 в месяц, да? Просто бонус пейсеттера. Бонус лидершипа где-то в 10 раз больше, чем бонус пейсеттера. То есть, извините, это сейчас получается где-то в районе $10000 в месяц. Вот, поэтому лидершипом надо становиться обязательно. Для этого надо сделать 3 пейсеттеров, но чуть-чуть позже. Итак, хайп вот этого ожидания бонуса пейсеттеров, который составил аж на данный момент $7000, из которых 5000 было заработано за первые 3 дня. Вот этот эффект накопленный, когда сразу много, да, он прошел. Теперь бонус пейсеттера более простой, такой более реалистичный, я бы сказал. Да? Вот. Дальше, какие еще драйверы, которые привлекали людей в Дейзи, в таких количествах, уже почти 100 тысяч набрано, да, 91 тысяч человек вступило. Вот. Это еще один драйвер, это пассивный доход. С этим здесь сложнее. Почему? Потому что рынок приучен получать пассивный доход, стабильный, приучен, к сожалению, огромным количеством, ну, скажем так, мягко я сейчас на это расскажу, непрозрачных проектов. То есть проектов, которые платят стабильно, там, пусть 0,2% в день, пусть 1% в день, или до 3 даже доходит в день. Но это происходит какое-то количество времени, а потом происходит скам.
Сейчас есть несколько. И непрозрачная история, то есть непонятно, откуда берутся эти деньги. Есть легенды, все рассказывают, что это трейдинг и так далее, но что на самом деле, никто не знает, потому что никогда такие проекты вот реально не показывали, за счет чего все-таки по-настоящему идет этот доход. DAISY в этом смысле революционный проект, проект, который полностью и открыто показывает все свое нутро. Но об этом я записал отдельный ролик, об этом был наш предыдущий вебинар. Вот, так что смотрите об этом отдельно. Да? То есть DAISY действительно уникальный проект, который впервые не побоялся показывать все доходы и расходы, всю изнанку. Дальше. Акции. Давайте про пассивный доход договорю. То есть здесь пассивный доход даже больше, чем у тех проектов, которые там платят даже по 1% в день. Обычно это будни только, значит, соответственно, получается не 30% в месяц, а в районе 20%. И чаще всего это еще и сгораемое тело вклада. То есть вы то, что инвестировали, забрать не можете. И в итоге это получается не 365 ожидаемых на слух процентов годовых, а, во-первых, там в районе 250 сразу, потому что будни только, да, убираем выходные. А за счет того, что еще и тело не выдается, то получается там, дай бог, 50-100% годовых. Ну, потому что тело тоже надо учитывать, которое невозвратное, да. Вот. Здесь у нас не такая история, у нас только половина тела невозвратные, но половина тела, они идут у нас на краудфандинг, под чем мы официально подписываемся, потому что этот краудфандинг дает нам DAISY AI и еще большую торговлю после выхода этого DAISY AI, то есть нового алгоритма торговли и IPO Endotech. Вот. А по вторую половину мы совершенно спокойно можем забирать. То есть это возвратное тело наших инвестиций. Вот. Поэтому по факту, по итогам года, в перспективе года, у нас доходность, по моим расчетам, если она будет в том фарватере, который был до этого, а это где-то 200% годовых, без всяких вычетов, то есть если чисто высчитывать, то есть 200-250% годовых, то с учетом всех вычетов и даже ополовинивания вклада, хотя на больших пакетов это не половина, это 7, 30% лишь идет краудфандинг, тем не менее, наш доход составит за год где-то от 60 до 120%. Друзья мои, если вы не хайповики, если вы сторонитесь и правильно делаете проектов, которые платят много, но неожиданно скамываются рано или поздно, то такие проценты – это огромные проценты. Это очень хороший процент дохода. От 60 до 120%, если иметь в виду чисто на ваши вложенные деньги. С учетом возврата тела вклада, то есть половина от, или 70% от того, что вы здесь вложили в DAISY. Итак, это уже можно все продавать и продавать успешно. Но, ребят, вот теперь, внимание, то, ради чего я, собственно говоря, и устроил этот вебинар. Мы на каждый купленный пакет, на каждый $100, потраченные на пакеты краудфандинговые в DAISY, получали и получаем, и будем получать по одной доле в компании. Но не одного, одной доли. Как эта будет доля высчитана? Она будет высчитана в зависимости от того, когда будет на IPO выходить Endotech. Вот на этот момент будет высчитано то количество людей, которые купили пакеты, и то количество пакетов, которые были куплены. То есть, проще говоря, сколько денег вложено в общей массе. Примерно это можно посчитать, потому что 500 миллионов-1 миллиард будет вложено на момент, когда произойдет IPO Endotech. И еще плюс, это будет 5% от общей стоимости компании. Еще 5% будет выделено лидершипом и пайсеттерам, и у них будет, конечно, большие доли, чем просто у тех, кто вкладывает $100, там, или 200, или 500, или 3200, 6300 и так далее. Да? Вот. И об этом мы сегодня будем говорить. Компания сейчас все это дело просчитывает, готовит новые рекламные материалы. И там получилась очень красивая история, просто очень красивая. И все рекламные материалы будут теперь сделаны с упором на эти акции. Потому что мы сильно недооценивали эту часть нашего краудфандинга, и теперь она будет дооценена до конца. Вот смотрите, это из слайдов, которые наши обычные, DAISY-вские. Да? Я не буду сейчас все слайды показывать, я лишь какие-то основные моменты покажу,
Поэтому у нас сейчас не презентация. И, кстати, я еще хочу сделать объявление. Я постараюсь на этой неделе сделать короткое видео. Ну, как практика показывает, Дейзи такой емкий проект, что короткое – это значит где-то минут на 15-20. Никак не на 3 и не на 5. И компания Дейзи сама выпустит в том же стиле рекламный ролик, тоже где-то минут на 15-20. Но я постараюсь сделать это быстрее, чтобы у нас был уже рекламный материал на данный момент, для чисто пассивных инвесторов. Почему я чувствую в себе возможность это сделать? Потому что я сам сейчас веду несколько пассивных клиентов, которые сейчас заключают сделки, и мне понятен их язык, то есть на что, что их привлекает, и какие проценты, и вообще почему они соглашаются на краудфандинг Дейзи. Да? Вот, поэтому я сделаю короткое такое видео и надеюсь, что на этой неделе я его уже смонтирую и выложу. Так что ловите тоже на моем YouTube-канале Алексея Хохлатова. Смотрите, акционерная краудфандинговая модель – это то, что у нас звучало, но то, на чем мы не делали акцент. Мы это не считали, мы это не показывали в прибылях. Модель, в которой каждый может получать прибыль, то есть торговую прибыль, да, которую мы с вами сейчас наблюдаем в бэк-офисе, акции, о которых мы фактически никогда ничего не говорили, и доход. Доход – это от нашей деятельности как привлекаторов краудфандинговой массы, да, скажем так. Ну, то есть по MLM-ке доход. В настоящее время средства собираются для компании Endotech на проект ИИ Дейзи, искусственный интеллект Дейзи. Но об этом, слава богу, мы хоть как-то говорим. Вот. Но, опять же, мы достаточно как о далеком будущем говорим о нем стеснительно, потому что мы, как честные люди, продаем то, что продается здесь сейчас. Вот. А сейчас мы будем продавать как стратегии, как честные стратегии, будем продавать те возможности, которые действительно мы можем получить, но не здесь сейчас, а в некой перспективе, потому что перспектива, честно говоря, она вообще продается легче, чем то, что здесь сейчас. Участники получают эксклюзивные пакеты акций и долю прибыли. Вот об этом мы говорили меньше, и сейчас все рекламные кампании будут настроены именно на это. То есть об этом будет говорить больше, понятнее, будут предоставлены цифры, и цифры, ребята, здесь просто восхитительные. Через пару слайдов я вам покажу их. Но опять же, по предварительным расчетам. Что такое искусственный интеллект Дейзи? Я тут просто хочу напомнить вам, что вот этот средний график, который по разным стратегиям имеется в компании Endotech уже трехлетние статистики, да? Вот в январе 2018, видите, запущено, сейчас уже, слава богу, не январь 2021, а уже даже больше, и мы с вами видим, что когда синий график, синий или голубой, ну синий будем считать, да, это график капитализации самого рынка. То есть если бы вы купили там топ-100 ведущих криптовалют, то вы бы сначала падали в доходах, в минусах были бы, потом стали бы расти, и потом вот выросли бы быстро, да, потому что в последние 3 месяца идет очень сильный памп нашего крипторынка. Но в последние дни идет сильное падение, и большинство экспертов склоняется к тому, что это падение будет уже затяжным. Вот. Мы с вами видим, что на падении Дейзи поднимал капитал, то есть видите, вот рынок падает, а Дейзи поднимает капитал, то есть все больше и больше. Потом подъем капитала идет еще больше, и рынок чуть-чуть тоже вверх. Потом рынок опять падает, Дейзи при этом не падает, а увеличивает капитал. Потом рынок колбасит и флетит, а Дейзи на этом поднимает капитал. И потом рынок чуть-чуть идет вверх, Дейзи резко идет вверх, да? А потом Дейзи опять резко идет вверх вместе с рынком. И сейчас прибыль примерно такая же, как и рынок. Но только в Дейзи это безопасная стратегия, а в рынке непредсказуемая. Да? То есть может все рухнуть в один прекрасный момент. Поэтому в Дейзи, и более того, в Дейзи мы еще и получаем доходы с доходов. Чисто так, принимаю всех, кто опоздал. Чисто MLM-овские доходы, и вот если вы в биткоин посоветуете вложить какому-то вашему знакомому, ну, знакомый получит прибыль, дай бог, да, если все идет в рост, но вы с этого ничего не получите, кроме морального удовлетворения, а в Дейзи вы еще и получаете часть от прибыли всех ваших клиентов, это нельзя забывать. Вот, ну и есть еще фразы, которые говорятся на этом слайде, но я не буду сейчас их произносить, потому что просто это не тема нашего сегодняшнего вебинара. Вот, друзья. Ну, я просто вам их напоминаю, кто-то бегло прочтет, для того, чтобы просто, может быть, вы новички, да, там, понять или освежить в памяти, если вы давно не видели презентацию. Тем более уж не вели ее.
Тут просто хочу напомнить о том, что достаточно успешные стратегии, которые приносили своим инвесторам 814, как видите здесь, average annual, да, дохода, то есть годовых средних за последние 3 года, вот даже такие стратегии имеют из 21 месяца работы, это не 3 года, да, это 2 года чуть меньше, эта стратегия конкретно, вернее, этот клиент конкретно, потому что под каждого клиента работает своя стратегия по его выбору. Вот, из 21 месяца, когда работает стратегия, только 13 выигрышных. И бывали месяцы, когда просадка максимально составляла 15%. Вот. Тем не менее, ну, институционалы, не хомячки, да, как называется, то есть не люди, которые там бегут за прибылью 1% в день, а люди, которые там дальновидные, терпеливые, богатые поэтому, да, вот, они прекрасно понимают, что бывают и просадки, главное ждать. Вот. И кто ждет, тот хорошо получает, и, как видите, 814% годовых. Это хорошая награда для тех, кто умеет ждать. То же самое и у нас в Дейзи. Многие стесняются продавать те результаты, которые сейчас есть в торговле, потому что на за 3 месяца где-то получается в среднем 5%, если аппроксимировать, то есть усреднять. То есть за первый месяц было 27, потом было минус 20 примерно. То есть 27 минус 20, я так условно скажу, в итоге плюс 3, да? Вот. И в апреле опять плюс, ну и сейчас где-то примерно 18% дохода за 3 месяца. У тех инвесторов, которые вкладывали в январе, но у новых инвесторов, которые вкладывали в 30-31 мая, в начале апреля, у многих доходы от 10 до 12%, что, в общем, за полмесяца очень хороший результат, но могут быть минусы. И вот это продавать сложно тем, кто привык думать сегодняшним днем, да, и кто считает, что стабильно, это когда каждый день по 1%, ну, а то, что в будущем там это скоманет, и все деньги пропадут, это как бы в будущем нас это не волнует. Вот здесь как раз надо перестроить свой мозг и продавать будущее. Вот, продавать именно то, что здесь надо подождать, чтобы добиться хорошего результата. Вот, и здесь тоже пользуюсь темой, тоже скажу, что когда откроется вывод, кнопка вывода ожидается на этой неделе. Правда, мы ожидали ее на прошлой, но это реальный бизнес. Тут не просто нарисовать, чтобы кнопка была и чтобы все выводилось. Тут это зависит от... Компания хочет все-таки получить сначала результаты аудита, а потом уже делать вывод. Вот. Просто чтобы аудиторы не сталкивались сейчас еще и с выводами, потому что это в аудит внесет дополнительную сумятицу и продлит его еще на неделю или на 2. Вот следующий аудит уже будет с учетом вывода, пусть они там и разбираются дальше, да. А нам сейчас важно получить первый аудит, поэтому оттягивается момент вывода. Вот. Ну, неважно, кнопка откроется, и как бы все будет окей. И, конечно же, кто-то протестит эту кнопку, естественно, это обязательно. Но кто дальновидный, кто умеет ждать больших прибылей, да, богатые, повторяю, это те, кто в 90-99% случаев, это те, кто умеет ждать этих прибылей, вот, конечно, не рекомендовано выводить. Вот. Хотя никто вас этому заставлять не будет, чтобы вы там не уводили. Все, теперь я больше уже говорю о том, в каком стиле сейчас будут презентации, в каком стиле сейчас будут все корпоративные материалы. Вот, вот так. Итак, хочу сделать акценты именно для пассивных инвесторов, которые мы раньше мало делали. Реально, вот я сейчас провожу переговоры с несколькими людьми, которые чисто пассивщики, то есть люди, которые просто со своими деньгами, которые вынимают их из банков, там какие-то сделки по квартирам там у людей проходят и все такое. Ну, то есть есть деньги, да, и вот они думают, куда вложить. У меня портфель, несколько проектов, я предлагаю всегда несколько проектов. И вы знаете, вот эти люди, которые несут деньги чисто на пассив, они как-то все больше склоняются к Дейзи. Может быть, потому что мне самому Дейзи нравится. Но, с другой стороны, я те проекты, которые не очень продвигаю, я зову там тех людей, которые в них хорошо разбираются, и они сами как бы презентуют моим клиентам эти проекты. И тем не менее, после таких презентаций в итоге все равно люди склоняются к Дейзи. Поэтому, если у вас не такая картина, значит, вы просто не очень врубаетесь, что такое Дейзи. Вот. Наша сейчас политика корпоративная будет сводиться к тому, чтобы все врубались, что такое Дейзи для пассивного инвестора. Так вот я вам скажу, что для пассивного инвестора здесь наилучшие условия. Первое – это защищенность. То есть юридически Индотек – чистая компания, Дейзи – прозрачный смарт-контракт чистый, который сейчас аудируется. Сама бизнес-модель абсолютно прозрачная, и тут нечего бояться. Инвестор абсолютно защищен, в том числе и от влияния человеческого фактора. Максимально, конечно, полностью от этого нельзя защититься, но максимально защищен.
Таких проектов, которых инвестор также защищен, но их по пальцам перечесть можно. Вот. Прозрачность, смарт-контракт, аудиты, которые делаются и по смарт-контракту, и по торгам. Вебинары, в которых участвуют разработчики, основатели, SEO, COO, вот один из них завтра будет, да, для опоздавших, повторяю, вначале я рекламировал этот вебинар, завтра заходите обязательно, Анна и Дмитрий будут на вебинаре. Показы счетов в открытую, прям через вебинары, то есть с заходом в режиме реального времени на счета, на бирже, да, и так далее. Вот. И тестеры, у нас есть несколько людей, их больше 20 человек, которые тестят определенные стратегии DAISY прямо на сайте Индотека. Вот. Кроме того, есть то, что я здесь не дописал, просто на строчку не вместилось. Люди, которые являются VIP-клиентами, и они тоже тестят на своих счетах на Binance или на других биржах, по API-ключам тестят то, как торгует Индотека. Да? То есть, в принципе, вот, прозрачность абсолютная. Доходность. Все-таки, извините, если речь идет о таком защищенном и прозрачном проекте, то вот среди настолько защищенных и прозрачных проектов вы просто не найдете ни одного, который давал бы выше 200% годовых. Вот именно с оговоркой всех двух предыдущих пунктов. А если еще и добавить те пункты, которые будут сейчас дальше, то это вообще DAISY действительно вот уникальный проект, которого вообще похожего нет на рынке. Понятное дело, что будут копировать. Понятное дело, что будут сдирать и пытаться сделать то же самое. Но копия всегда хуже экземпляра, оригинала. Устойчивость. Не образовывается прецедента для скама. Что я имею в виду? Почему компании, которые выплачивают постоянный доход своим инвесторам, там, ну, или фиксированный, или в каком-то диапазоне, 0,2, 1-3% в день и так далее, почему у них... Почему они высокорисковые? Потому что, во-первых, у них идет гибрид. Даже если они считают себя честным проектом, даже если они являются честным проектом, но просто не открытым, не прозрачным, да, там приходится верить на слово, то для того, чтобы покрывать убытки, которые неминуемо есть в торговле, всегда у любого трейдера, у любой группы трейдеров, хоть их там будет 500 человек, всегда бывают просадки. Вот если выплачивается постоянный доход, то, значит, с учетом того, что, ну, какой-то, может быть, фонд создают такие компании, да, куда отчисляют деньги на, ну, сверхзаработанные, да, когда они зарабатывают больше, чем 1% в день, такие дни тоже бывают, а выдают 1% в день, да, вот, и излишки они, могут быть, может быть, откладывают и кладут в этот фонд и выплачивают средства из этого фонда тогда, когда наторговали в минус, а приходится платить в плюс. Но это рискованная история, понимаете? То есть создается прецедент для закрытия компании, потому что вдруг период, когда идет отрицательная торговля, будет настолько продолжительным, что деньги из всех фондов будут просто ликвидированы, съедены за счет того, что приходится выплачивать тот процент, который привыкли их пассивщики, да, их инвесторы. Вот. Это первое. Второе, если модель бизнеса, ну, бизнес, возьмем слово в кавычки здесь, действительно нечестная, то есть по схеме Понца, пирамидальная, то есть не просто идет торговля, непонятно какая там, плюс-минус, но и деньги забираются не просто из фонда, о котором я только что сказал, а от вновь вступающих вкладчиков, а если это непрозрачная история, где у вас гарантия, что это не так, да? То вот перед этими вновь вступающими вкладчиками возникают долги, которые в итоге могут привести к скаму. В DAISY нет такой модели. Мы не выплачиваем, не доплачиваем ни на одной минуте, ни на одном моменте никому ничего. То есть как торги идут, точно так же всем прибыли и распределяются. Ничего не доплачивается за минусы. То есть просто минус идет за счет клиента. Все, это честная история, которую все знают. И ничего не откладывается в излишки, когда идет плюс. То есть, если идет плюс там, 5% в день, он так и платится всем 5% в день, а не 1%, а 4% откладывается. Понимаете, да? Вот. И в этой модели абсолютно нет причин скамываться проекту. Ликвидность. Вывод прибыли в любой момент. То есть, вы когда нажимаете кнопочку, ну, будете нажимать, да, но я думаю, что кто смотрит этот ролик через буквально там 2-3 дня после того, как я его записал, после того, как вебинар провел, вы уже имеете возможность нажать на кнопочку вывода и убедиться в том, что не проходит там 3-4 дней, недели. А знаете, некоторые там есть инвесторы, которые вкладывают в такие проекты, где
после того, как вы заявили о забирании своей прибыли, она вам будет отдана, дай бог, через месяц. Такие проекты тоже бывают и часто встречаются. Так вот, здесь происходит буквально моментальная выплата. Единственное, что здесь есть технические сложности для того, чтобы выплачивать секунду в секунду, связанные с чем? Компания, когда стоит в какой-то позиции трейдинговой, да, для того, если инвестор требует часть прибыли, она должна эту позицию закрыть для того, чтобы зафиксировать прибыль. Вот на фиксацию прибыли требуется какое-то время. Или это полдня, или это день, или это, там, может быть, час. Вот о том, как это будет происходить, я надеюсь, завтра Анна нам расскажет, если мы не забудем ей задать этот вопрос. Вот, поэтому ликвидность здесь сверхвысокая. То есть здесь нет какого-то ожидания, здесь трудно говорить, что на каком-то моменте что-то зависает в деньгах. Все быстро. И собственность. Вы владеете частью бизнеса просто потому, что вы купили хотя бы один краудфандинговый пакет хотя бы на $100. Одна доля уже у вас. Соответственно, вы владелец части бизнеса. Чем больше вы инвестируете, тем больше вы владеете бизнесом Индотека. Да? И чем больше вы зарабатываете как MLM-щик, тем точно так же больше вы получаете краудфандинговых долей в компании Индотек. Но об этом будет еще дальше слайд, поэтому еще там я об этом упомяну. Ну и причастность для пассивного инвестора – это тоже очень важный момент. То есть не просто здесь, не знаю, перекладывание денег из кармана в карман, да, или там обхитри другого, чтобы у тебя стало больше. Да? То есть, если ты зарабатываешь, то кто-то должен потерять. Да? Вот. Здесь другое. Здесь причастность к созданию инновационной, новейшей мировой технологии искусственного интеллекта, которая не просто, вот сейчас она обкатывается на торговых моделях, да? Но сама по себе эта модель, которую разрабатывают ведущие умы мира, уже начинают разрабатывать, потому что, извините, 2 миллиона долларов уже Дейзи собрал. Да? Так вот, причастность к этой новой торговой стратегии, которая будет аппроксимирована, перенесена на другие модели в том числе, не обязательно торговые. Вот. Это в том числе и моральное удовлетворение. То есть это хороший повод для того, чтобы участвовать в деле, которое нужно для человечества. Вот так. Так, вот теперь те цифры, которые обещал. Ребят, компания посчитала. Ну, пока это черновой подсчет, поэтому я тут должен сказать, что это еще не окончательные цифры. Может быть, это будет меньшая цифра, может быть, большая, может быть, примерно такая же, как вот я здесь написал. Но в черновую вышло, что с учетом акций, с учетом трейдинга, который сейчас идет, с учетом, нет, тут без учета краудфандинга, да, то есть без учета переливов, у пассивного инвестора, причем мелкого инвестора, который заплатил меньше, чем 7 включительных пакетов, потому что только 8, 9 и 10 пакеты крупные, с которых 70% идет в трейдинг, да, а с меньших идет 50%. Так вот, эти мелкие инвесторы за 1,5-2 года до момента выхода Индотека на IPO, ну и, соответственно, выхода искусственного интеллекта 2.0, да, получают 500%. Это не годовых, ребят. Это за 1,5-2 года. То есть в годовых, с учетом всех факторов и акций, и стоимости акций, да, которые будут, могут быть проданы просто на рынке, получается вот такой процент. А дальше, когда искусственный интеллект будет уже 2.0 создан, он будет торговать не так, вот как сейчас мы видим эту торговлю, когда есть какая-то просадка, а мы не... Почему? Потому что мы не успели там выйти из позиции. Да? Сейчас трендовая торговля. И искусственный интеллект Дейзи, он, ну, в каких-то моментах просто не умеет торговать так ловко, как если бы это делал просто какой-то инвестор, который там альты покупает по сигналам и все. Кроме того, ну я просто, это не мой хлеб, не буду его отнимать у тех, кто специалист, но тем не менее два слова скажу. Кроме того, торговать 50 миллионами, сейчас уже даже больше, да, 58 миллионами долларами, как в Дейзи, и там 10 тысячами долларами, как каждый из нас может торговать, да, гораздо сложнее. Вот. Ну, то есть вы можете купить какой-то, я не знаю, там, альт, который сильно стрельнет, и остаться в плюсе. А Дейзи может купить этот альт и не остаться в плюсе, потому что он не сможет его просто продать на хайпе цены, потому что просто, ну, нету такой ликвидности у этого альта, понимаете? То есть разные торговые стратегии все-таки. Вот, поэтому Дейзи сейчас не гонится за мелкими прибылями в короткий срок, там, за недельными, за двухнедельными. У Дейзи трендовая торговля.
А когда искусственный интеллект будет внедрен, то я думаю, там будет торговля уже всякая. И Дейзи анонсировал, ну, Анна с Дмитрием анонсировали, что от нового искусственного интеллекта торговая прибыль увеличится в 3-4 раза. То есть будет не 250% годовых, как сейчас, а 1000% годовых, из которых нам с вами достанется половина. Ну, минус 30% торговых. Да? То есть, если нам с вами будет доставаться чистыми там, 200% годовых, 400% годовых, да, ну вот это просто колоссально с учетом всех пунктов прелести для пассивных инвесторов, которые я перечислял на предыдущем слайде. Вот. А доходность активного партнера – это просто умопомрачительно. Это даже и говорить нечего, потому что если вы лидер, вы закрыли пейсеттера, или вы закрыли, тем более уж, лидершипа, то вы с учетом команд ваших, да, которые у вас построены, вы можете получать там на вложенные деньги до 50% годовых. Понимаете? Если считать от вложенных денег. Но это некорректно, потому что считать надо от вложенной работы, работу MLM-овскую, да, но тем не менее все считают от вложенных денег, поэтому здесь могут быть зашкаливающие просто проценты. Вот, потому что у пейсеттеров, вот они, пейсеттеры и лидершипы, да, обратите внимание, просто напомню, у них прибыль не просто 1,8% от всего краудфандинга, но и 1,25% от всей глобальной прибыли клиентов, да, то есть от пассивного дохода всех клиентов, но и 5% акций Innotek. Вот сейчас у нас с вами пейсеттеров 257 человек. И представляете, между вот этой небольшой кучкой людей, небольшим количеством, будет разыграно, ну, поделено поровну аж 5% акций Innotek. На всю сеть всех краудфандеров выделяется 5% по 100 долларов, по одной доле на 100 долларов. А здесь на ограниченное количество людей, причем небольшое, 5% акций. Просто обалдеть. Ну, то есть это огромное количество прибыли с учетом стоимости акций, которые будут у пейсеттеров, понимаете?